Стой, бей босса. Ты дамаж, все равно больше Димон дамажишь, поэтому дамаж. Вот я об этом же сразу и говорил. У меня с кубами проблем нету, а с дамагом есть. Как что с дамагом? Бля, что за хуйня, как такой урон может быть, я на восьмом месте. А да, вообще не свечится в мобов. Нет, свечится в мобов, алло. Сейчас какого не будет урона по мобам, свои получат минус ИП. Ебать, я даже на слагами. Когда моб по темным демонам, которые слева были, дал меньше, чем God Hell. Но. Вопрос как? А потому что вагоны нахуй, ленивые жопы, блядь. Яростный страж, Кадама, ну ладно, чуть выше. На темных архидемонах я ни одной пули не успеваю давать, что не курт. Притон по стражам 170 тысяч. Да короче, вот, смотрите, он надо он обязательно, блядь, этих демонов обязательно Кадама должен, блядь, напуливать. Рога тоже сразу напулить, когда с первого вышел. Не надо первого, когда он вышел, оставьте, когда три будет. Сука, люди, короче, объясняю, этот босс а-ля копыта, ваша задача убить трэш, босс умрет от старости. Убили трэш, никто не умер, все хорошо. Притон сильных претензий нет, что он на кубе стоит, он тебе за кубы прожимает, там как раз да демоны. Притон, там, блядь, люди ну просто слакают по трэшу. Я не знаю, у вас там на мультидот миллиард мобов, у вас пачками они бегают. Особенно к РДД претензии. Гитаристов должны хуярить, как невменяемые. Я понимаю, там милики сраться могут, что, бля, ща крутанет, типа, страшно. На РДД какого хера? Напоминаю, ребят, гитаристы — это те, на кого вешается череп и их притягивают к боссу. Если что. Гера 2 откуда-нибудь, поэтому дрит скула. Сэнджа, понимаешь, если ты будешь давать на какие-то ворота, то если ворота повторятся, то ты без Геры не зальешь, получается. И вопрос, зачем это делать? Поставьте как засумоним Диму быстрее, как он пока добегает. Я и говорю, убейте трэш, босс умрет от старости, его танки нахер запинают. Там еще 20% было добить, и босс бы умер бы. То есть здесь до 50% его перевести, и дальше босс, в принципе, проще будет. Поэтому давайте, ребят, все в трэш, активно, активно. Я вам помогу подекурсить. Тебе. Я вас декурс забил вообще, если что. Это... А, я понял, значит, я один декурсил. Ну, ты один декурсил. Жень, тоже можешь, когда я только я куб бегу прожимать, что да. Можно подводить, но лучше не надо. Да не, Канна, это лишние движения, пусть лучше танки сидят и таунтят, и не прослакивают таунты. Что, Дим, кушай рыбку. А, пропала, да? Пропала рыба. Блин. Ну ладно, ты холи, прист, будешь без рыбы. Или поставили там, поставим. Покушайте рыбу. Ой, были бы вы скилловые, вы бы еще там пофиряли и постанили гитаристов. Вот так бы справочки. Войс, слышишь, ты, кстати, тоже помогай Сатюне подфиривать, когда ты не танчишь босса. Но так, аккуратненько. Да, сейчас перестану. Короче, еще танки. Если вы только что вас там пнуло, и вы видите, что у вас 30 секунд дебафа, вы можете пойти и помочь в танку позабирать мобов у портала. Если вы боитесь, что вас ебанет с этим дебафом моб, то просто там какие-нибудь оковы, станы, фирыши им бы давайте такое. Андрюха, специально для тебя можешь руты достать на панель. Это идеально. Так, Лянка, запустуй СС на шнурки. Падает постоянно. И... все, пока. Джанг, кто там еще с полоком есть?
Давай джанк на Мавара, притон на Эссенса. Не, Эссенс не сдыхал. Эссенс не сдыхал. На Сенджу притон. Все, поехали. Да мне просто надо подальше от демона стоять, я тоже не сдохну. Стой. И еще, если гитаристы выходят, РДДшники, вы бьете пачку на Гэтхелпе, потому что кливом вы больше нанесете. А милики уже бьют в мелизоне черепок, который ферряется. Женя, Гэтхелп, готовь массакру. Сейчас скажу, когда. Нажимай. Аус. Нормально, нормально. Следующий войд нажмешь, когда уже не закончится. Бомжей, закастуйте свободно. Закастуй, войд, давай, массакру. Войд, ты ж синюю джагу кидаешь, да? Так никто не сдох. От кулдавница все равно массакру. Желтый джагу хулипал должен кидать. Кого трясти, по песе что-нибудь надо закинуть, похитить. Салюдал. По шнуркам то же самое, сальву там и так далее. Когда мы нажмите притвориться мертвым. Или вилки. Женька тоже нужно подсеять. Добивайте там черепок и еще двоих. Три моба осталось. По таргет набейте, похуй на ваше ОЕ. Женек тоже с огромным куда-то. Когда мы? Все, забирайте ее про хил. Анжелина, пожалуйста, по мне. Когда? Вижу. Ты понимаешь, ты просишь Инеру совы, которая в друиде? Май. Ну, как получилось, что мне пришлось прилив сил отменить. Не люди. Слушайте, это в ДБМе прописана печать, да, Макферидона? Да. Понял. И смотреть печатями, это важно. Она дохуя дамажит. Ману сжигает. Там похуй на ману. Просто сам факт, что твое больше от хила требует. Готовьтесь, скоро кубы будут. Скажу, когда. Нажали кубы. Отжали. Гитаристы. Первого забираем. Фир. Не успел. Пресс. Чего? Фирнул. Да. Заберите остальных, хули они там бегают. Поворачивайтесь от волн. Второго вот этого. Фирнул. Фир. Рал. Сколько через 30? Это следующий. Не, вот это. Лупите. РДД бейте того, который бегает. Залейте Инер по Сасуне. Андрей, как будешь, сможешь, залей Инер по Сасуне. Мне не надо, я трикеню. Да, мне бы кто залил. Гимн отдал под Фламан Шотему, Тотема. Последний остался, нам нужно добить Сасуне 5 до.
Дайте БР еще один. Да. Вспышка, прожали, побежали. Нажали кубы. Отжали. Пока босс лупит, стань. Сацуны, стой автоатач, босс. Не бейте никто пока, только ханты напуливают. Кого хуя там лужа и какой-то вар бьет? Все, вар убежали. Эссенс. Блять. Вы, блядь, делаете? А не бейте трэш. Стойте. Все, все пошли бить вместе. На пул отдали в Гудхелпа. Гудхелп первый будешь давать стан, скажу когда. Давай стан. Сацуну следующий дашь. Когда, сейчас? Давай. Добивайте быстрее. Шефе. Нажми, все, отлично. Кубы, готовьтесь. Приготовили, прожали. Отпустили. А луны я не видел. Походу не прожал. Луны не был. Эх, Каныч. Мне плохо видно, потому что я сжимаю. Мне только 4 хорошо видно. Луну вообще не видно. Ну, сейчас с вами послакал, рано стынул. Да, мне босс заслонил луну, не видел. Давай, Петь, можешь еще один трай сделать, или надо уже уходить? Это был последний. Окей. Короче, Тессенс, когда выходят бесики, вы вообще нахуй туда не подходите. Пока все бесики не вышли из портала, никто, блядь, туда даже не смотрит. Чисто у вас не существует трэша для вас. Все бесики вышли, все сидят на Гудхелпе. Там у убежавших до гриппа или Гудхелпа, только потом начинают бить все. Не раньше. Вот, бойчик, ты здесь? Наверное, не при том. Бафка есть, а у него проходка есть? У него, наверное, проходки нет. Рога. У Рога тоже без проходки. Да. Киньте портал коровник. Зачем? Что, не расходимся? Я могу купить. А, ну давай. Сейчас сделаем. Этот, кого-то там маг был, который хотел. У тебя, по-моему, Юрий. Есть он еще? Давайте Саву и Лему поищем. Хила любого можешь поискать абсолютно. Найди Хрупала. Ретрик Поза. Тоже ищи. Бля, ну, Ретрика это посол. Чел, короче, который мне сказал, запустить через... Ну, стало, либо совпадением. Только каким способом это влияет? Короче, танк, ретрик, хил, сова, элем. Как-то так. Да, заебись рейд, конечно. Да вообще много чего не хватает. Да куб... Во-во.
Два рейда сходил у разных людей в ВВК. Все закрыли. Да у нас по факту состав почти идентичный был, что на первом закрытии. Там человека 4, наверное, только разных было других. Ой, прыгай в ретрика. Ну нам как раз этих 4 человек. А можно я в ретрика прыгну, а Войт в хп? А у него есть хп, с этого начнем? Да, я он говорил. Войт, есть хп? Да. Все, давай, тогда ты хп, вас отсюда в ретрика. Все, заходим, суманим всех и будем начинать. Или... Вот, это танк, да? Ну. Женя Гудхелл, да. Но Войт же тоже танком был, не? Да, да, да. Дайте ему дис. Да, там Войт хапало, прыгнет Санька в ред. Полсес там Лианка закинет на смарки, опять за притон закинет. Сосуны в этот раз вагоном был. Ладно. Сосуны, притон закинет Малара, Лиан закинет, когда будет. Кто там их нападает. Давай, Лессенс. Ну, когда появится. Ну, на самом деле, вам бы еще хила нормального вместо меня. Что я нихуя не хилю. Да, нету. Нормально будет. Пока из говна и палок, поэтому. Следующий, когда получше сделал. Это просто так получилось. А кто тут говно, кто палки? Да я сам я палка получаю. Дайте сон. Говорит, говно. Да я ни на кого не наезжал. Алло. Сиди, пожалуйста. Ладно, лучше пусть запасом поддержит кубы, а то вот в такой ситуации не произошло. Ты слишком быстро сказал. Дай этот столик. Да, сейчас. Да, блядь, он нормально говорит, это просто не кипишуйте, блядь. Это не куб обычка, где ты, блядь, если вот секунду проебал эту первую, сразу же вайпте. Главное нажать, блядь, вы третесь рядом со своим кубом. Не-не-не, подожди, Ваня просто сказал, отпустили, в этом проблема, все отпустили, понимаешь, что если я говорю, что чуть-чуть уверенно было 5 случаев, тогда отпустили. Я про это имею в виду, да? Я понимаю. Попозже, попозже. Там красными буквами в чат босс пишет, нет, только не снова, и тогда, значит, все 5 кулов нажали. Но у меня, нет, допустим, отключен этот чат, и много у кого другого может быть отключен. Да! Тебе скинули ДС-ку? Чё, Кадыч, 0-2 не предел, нужно еще быстрее. Не русский, ты тут? Воля мертвых 2 из 3. Да, дайте ссылку, пожалуйста, там. Что поделать, что поделать. Сука. Отражения заклинаний нет. Да хуй с этим отражением, блядь. В смысле, это топовый спелл. Где хладная броня ужаса нет. Ну хладная, топ. Да отражение только в РБК, блядь. В каком РБК? На оперу придешь, тебе там ебало без него сломают. На опере заебись. На копыте тоже тебе ебало без него сломают. Так кто там кастует, босс, что ли? Ну да, и бесы. Не русский, ты тут? Решение, если это ты зашел. Смотри, ты танчил здесь? Ты будешь третьим танчить, то есть первый танчит Юэй, потом уфолог, потом ты будешь с него забирать. Ну, больше. Все, готов, я к рыбу, готовности, поехали. А, рыбы не было, сейчас поставят. Второго нет хапала. Второго, у нас ретрик зато появился. Второго не было. Мы можем, в принципе, спекнуть Сацуны хила обратно, а я в сову. Да Сацуны больше профита даст. Не, да, кстати, я... заебись было бы. Мне все равно, типа, только чтоб один хапал этот фериал, а в другой хилил, потому что... Ну давай поменяемся.
Я в совет дам то же самое и 5 крита. Так, Санька, давай. То же самое, да, я больше дам. Так. Шушот там дашь. Если сосы откатились, проткните сосы, так сказал. На шнурки, на эссенса и на мавара. Сильные вроде живут. Не, я про бафы говорю, Андрюх. Опять крита пал, не даст, не даст. Джанка, ты на шнурки, ты на шнурки, а притон на... Ой, на джанк, точнее, на эссенс. Тогда я могу в пуфере... Вот, пусть хилит. Сэнджо, заходи. Сэнджо. Тогда все так же. Сатсуна фиряет, воет на хиле. Там совет воет, лучше всего частицу держи на гадхелпе, а обычно... Я знаю, знаю. Ну, все. Все. Андрей, у тебя лидера, что у меня последний пуфер или что? Давайте говорим. Вада доберете. Место мне. Оставь всю метку, я уже метки не могу расставлять, отдал лидера Андрея. Хорошо, поехали. Все своих мобов запомнили, надеюсь. Вперед. Там конь отдай, бомжей. Женя, good help, нажми массы. Кру. Косты сбивайте, важно. Канвич, следующий зайдешь за атмосфер, когда это закончится. Так, теперь следующий черри. Не могу. Нормально. Женек, агро, смотри аккуратно. И протопауэр, Кадама. Нажми Санька в массакру. Угу. Следующую незыбку нажмете. Не, пока нормально. Косты главное бейте. А ты сбили его на мою, видел в лес. Женек, агро, смотри аккуратно. Синим жагу тебя покидаю. Чё-то убивает. Дайте еще эфир какой-нибудь. Юй, нажми айсбаунд тоже. И там женька сейчас точно сложит. Босс, 6 секунд активация. Добивайте черри быстрее. Баньте бомбу. Приморозил. Веру, Женька, дай. Включайте Мактеридона, смотрим аккуратно. 3 секунды до активации. 3, 2, стоп на лекарство. Гольма пропали, скоро будут кубы готовы. Ну потиху подходите, ну, не бегите прям. Забрал. Убийство надо будет, печенку похитить надо будет. Я Андрюх, как смотрю. Блэкберри, иннер зальёшь. Печатка Мактеридона, смотрим аккуратно. В
Портал пошел, ждем, никто не бьет бесов. Нажали кубы. Отжали. Никто не бьет бесов, Гадхелп собирает. Можно напулить. Я скажу, когда бить начнем. Первый дает Гадхелп, второй дает Сатсуны, третий шефе. За почетности станут. Никаких чаржей мобов. Еще парочка бесов осталось. Еще один. Приготовились бить. Пошлите бить вместе. Сдали АОЕ. Ее прохил. Печати смотрите, это важно. Гадхелп, готовься. Гадхелп, жми. Следующий Сатсуна будет давать. Давай. Дал. Так добьете, похуй. Вспышка приготовится через 9. Приготовились вспышку. Готовьтесь. Нажали. Отжали. Дайте ему собрать, не врывайтесь, ебанутые. Никакого желания. Попробую. Я потихо. Можете потиху бить, но смотрите за агро. Черепок поставил, первым бейте. Танка сложила, Ваня, до сих. Не ребафу сразу. Прохил ребаф, каску обязательно. Дал каску. У меня пока печатка. Не могу декурсить. В смысле, ты можешь декурсить? А, мгновенки, я понял. Таны там давайте, разбивайте косты. Что там, протопауэр за косты гимноману и Юи нажми айсбаум. Бейте быстрее, демон. Косты. Добивайте последний. Вспышка. Нужно кто-то подвадикусил, чтобы. Нажали кубы. Блять, меня нажмите, меня скинуло с платформы. Ждем, ждем. Все, отжали. Хорош. Гитаристов, черепок гриппаете, РДД по остальному. Андрей, дашь БР по кадаме, когда сможет. Трофи. БКБР нужны нам, либо гим на ману. Отдал гим. Ты щитой. Сразу штампа. Я знаю. Слышишь, а верный выстрел считается за каст? Да. Все касты. Ты гриппы, гриппы теряй. Уставим каста взрыва. Это смерть. Не, еще много хп. Забейте, падайте. Как у Блэкберри может сесть ману? Нет. Холика, не знаю, у вас ДБМ орёт, блять, что на вас ебучая метка. Не проминка, типа. Ну, типа... То он не доцен, походу, холик. Я в холике. Он холик. Всё, я этот... уйду, Вада, возьмёте. Этот... Перекинь, Вада, Вань. Бойчика. Пойду, чтобы не торопиться. Лидера Андрея дал. И вместо меня на звездочку его ставьте. Все, удачи вам. Ну, Ась. Сегодня хоть не горим, да, сын? А? Сегодня хоть не горим, да? Да, что горит-то? Нет, там совершенно по-другому. Там было другое.
Там-то по кайфу, с кайфом же выходить. Не, ну уже чуть притыкали сейчас немножко. Притыкаете, нормально. Ну, по бесам. Томас 190 тысяч. Ю-ю там. ДКшник Сквирториас. Что-то такое 300 тысяч. Монс Блад. Да похуй вообще кто, ну. Ну не 300 тысяч. По архидемонам. Ты Егор что-то прослакал, я прослакал. Джанг. Куда я, блядь? Я максимум что сделал, блядь? В демонов? В этих больших? Но. Ну, да я на куб возвращался. А. Одного напулил, раздал и убежал на куб на. Ну, по стражам там мелики. Деремен это обычный дел. Чё, где Андрюх? Всё, удачи. Давай. Бля, ну заебись, он еще уши влечу. Пару траев, да, да, нет, нет. Ну, он Женек ушел, надо заменять. Ну, тогда походу все. Может, в любом случае Андрея ждать. А у него интернет дропает, понятно. Сейчас спрошу надолго, у него там с интернетом. Он зашел. Раньше заходил. А чё с ним, блядь? Я сказал, что интернет дропает. Кто-то сегодня говорил, у него интернет плохой, да он все сделает. И вот. Почему он бежит? А? Все, бежит, пытается. Пока пауза, кто шарит? Что вкусное из грудки куриной приготовить, а? Куриную грудку.
На костре. Не, я обычно, блядь, Цезарь делаю, но он уже заебал так сильно, что просто пиздец. А что я расскажу в раковине? В духовку. Берешь с грибами, с сыром, майонезом. Здесь все нормально. Жарь. А не русский, что за вопрос? Подожди, скажи. Где это вопрос его? Это не важно. Вы начнете подводить, кто-нибудь проебется с таунтом. Это будет конечно. Ну. Камыч, ты все или не все? Дайте шкаф с амунем, рбафаемся. Еще 1-2 трая до 4 часов и все. Короче, надо маги Груль ХМ прям вместе с ВК в начале недели, наверное, нахуй. Ебурит отдавать все силы на это. Дайте бафы. Все вникли, блядь. В смысле все вникли? Трэш босс, топаешь косты, все. Блядь, ну... Убийство надо чуть больше делать. Это все понятно, но... Босса 50 миллионов, потом он становится манекеном. 50 миллионов, Карл. Это, блядь, две погибели в 10 обычки. Готовность. Какого погибели? Заходите. Не знаю, меня больше всего, короче, раздражает вот этот трэш в начале этих ебаных чудотворцев. Вот это больше всего, короче. Женек, все, уехал. Что там у нас с пометком? На бойчик, на звездочке будет. Получает. Как-то так. Все готово, да, отсчеты поехали. Ой, ну, акулы, давайте. Да. Косты кикаете. Почему я докачиваю? Он по наблюдению не зашел. Дайте бомжей, у кого есть. Вчера сделали. Снимите череп, пожалуйста. Что было? Что ты делал? Кафедер. Что будем делать? Минус 2, минус 3, да? Или минус 2? Минус 1 хил там. За 4, я вижу шнурки и Блэкберри за двери. Блэкберри, он хил. И женек. Ладно, упадите, стопните хил, выйдите из формы медведи там. Станьте спины. Я не знаю, даешь перерыв 3 минуты, люди уебывают на 10. Ты, короче, все приняли или нет? Короче, принял Блэкберри. Шнурки приняли. Проебался. Я
Блять, почему я притворяюсь мертвым, а они меня пиздят? Как это вообще возможно? Да ты вкусный. Ты вкусный. Один крафил и запомни это. Жень, я знаю. Убирал похую. И бед не на активке был. Я еще проверил, ни на ком дебафа от меня не было никакого. Я еще ракеткой захилился на фул, отбежал ото всех, притворился, они хуй на меня прибежали. Рыба стоит, ешь. Готовность. Сенджер и Кана. Все. Заходите. Каныч. Кана. Все тут запускай. У кого бомжи есть? Плюс они тебе что-нибудь. Давай, что там, Андрюх? Фир есть. Андрей, не лезите. Короче, 3, 2, 1, поехали. Давай, бомжей. Щиры скидывайте уже. Мне кажется, можно лайфаться, потому что Андрюха ебланит. Ладно, полагаю. Убивайте. Карабас освободит. Андрей вылетел, все, ждется. Ладно, блять, падайте. На сегодня все. Пропечь пых с такими танками, которые вылетают постоянно.